Историю Могилёвщины у особых можно увидеть на фотовыставе работ Миколая Желудовича. Метру репортажной фотографии исполнилось 90. Основные годы працовного життя он был фотокором белорусского телеграфного агентства. Отсюда и особливости здымков. Этапы развития в области у фотоимгнениях. У особистых архивах Миколая Желудовича больше за 10 тысяч негативов. Для выставы отобрали 40 работ. Это фоторепортажи с предприемства в области, портреты, ведомые гости Могилёвщины, пейзажи, подеи. Майстру удавалось припынить час. Вось, например, Днепр, еще полноводный. А вось люди, которые захопили автора. Есть кадры, я могу вам сейчас показать. Это участники, матросы знаменитого легендарного легендарной «Авроры». И они штурмовали Зимний дворец. Они приезжали сюда ликвидировать ставку Духонина в Могилю. Верится этому снимку? На открытии выставы шмат студентов, будущие фотокоры, и им есть чему поучиться у метра фоторепортажа, хоть технологии давно пошли наперед. Раньше вот проявляешь пленку, каждый раз ты ждешь, что с ней получится. Не знаешь, вот достаточно несколько раз меньше прокрутить пленку, и уже другое качество получится. Столько нюансов было, столько при печати, при проявке. А сейчас всего этого нету. Даже неинтересно иногда такие снимать. Хоть изменились технологии, и сутность засталась константой. Коли на здымку есть душа, фотография живе и обовязково сподобается глядачам. И у любой работе так. Необходимо укласти частинку себе, каб выник радовал. Катерина Градницкая, Александр Тарасов, новини региона.